Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и в сегодняшнем видео я вместе с вами хочу распаковать свой заказ с новинками парфюмерии. Это парфюмерии, ну, я так думаю, я буду пользоваться осенью, практически всю осень. Также обязательно сниму видео с моими парфюмами осени. Но сейчас заказ у меня этот с сайта Рандеву. Значит, почему заказала там? Я не сотрудничаю с этой компанией, я уже вам говорила. Я просто отслеживаю на многих-многих сайтах цены на те или иные ароматы, которые меня интересуют конкретно, да, и заказываю уже там, где подешевле. Хотя бы чуточку, но подешевле. Значит, доставка у меня бесплатная. И ссылки я вам, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе на сайт Рандеву. Там есть еще и косметика помимо парфюмерии, но меня интересует именно парфюмерия, конечно же. Вот, в общем, все ссылки на сами парфюмы и на сайт я вам оставлю внизу в инфобоксе. Как я, кстати, отслеживаю, я пока буду болтать, буду распаковывать коробочку. Раз мне ее курьер на дом. Мне все, ну, то есть сервис мне понравился, и девушка там отзвонилась, да, сказала, когда приедет, и сам водитель отзвонился заранее, примерно за час, даже больше, наверное, часа за два он мне позвонил, сказала, во сколько примерно будет, вот, и оплатила я наличными курьеру. Кстати, забыла спросить, можно ли оплатить картой. И как я отслеживаю скидки на разных сайтах? На тех сайтах, на которых я когда-либо что-то покупала, я сразу подписываюсь на рассылку. Да, этих рассылок очень много, у меня завалена обычно почта, но, по крайней мере, я в курсе событий, скажем так. Так что я, подписавшись на рассылку, в курсе, что 20 сентября будет очень хорошая распродажа. Не знаю, на что конкретно, но те, кто любит косметику, парфюмерию, советую 20 сентября заглянуть на этот сайт, посмотреть. Я-то точно что-нибудь 100% себе закажу, наверное, даже из парфюмерии. Нет подделок. Я читала много отзывов на этот интернет-магазин. Подделок там нет. Я не нашла такие отзывы, что кто-то сказал, что это подделка. И это у меня уже второй заказ этого интернет-магазина. Первый заказ я брала вот такой набор. Я его покупала тоже за свои деньги, мне никто не присылал. Вот такой набор. Здесь основные... Очень, кстати, советую, кто хочет познакомиться с нишей, и у вас, допустим, ну, у нас тоже мало где, на самом деле, в Санкт-Петербурге, можно попробовать, потестировать, нанести на себя. Я лично считаю, что нужно наносить обязательно на себя, потому что на коже она раскрывается по-другому, нежели на вот этом блоттере, да. Вот здесь вот такие вот основные ароматы. Я ими летом не пользовалась, но некоторые там брызгала чуть-чуть, конечно. Вот, и сейчас осенью, конечно, я все это выпшикаю на себя. Есть ароматы, которые мне понравились, которые нет. Здесь основные популярные, там, Амуаж, Байреда, Тизиана Теренси, Монталь. Ну, в общем, такие самые-самые основные. Я ссылочку, кому вдруг интересно, именно на этот набор оставлю вам внизу в инфобоксе. Но там наборы разные, не только с нишевой парфюмерией. И для мужчин, кстати, тоже есть. То есть можно, например, мужу заказать вот такой наборчик, он попробует, и то, что ему понравится, потом уже купить, например, в подарок на Новый год. Да, почему бы и нет. Так, заказан. Вот так вот все запаковано. Хотя, мне кажется, я не с той стороны открыла. Ну да ладно. Вот в такую пленку все прямо вот так вот обернуто внутри. Я не буду шуршать, сейчас все вытащу. И здесь мне еще положили два подарочка. Я об этом, кстати, не знала. Это вообще вдвойне приятнее. Здесь крем от Люмине. Кстати, мне нравится марка Люмине. Какой-то надо будет почитать. А, это увлажняющее, успокаивающее, насыщенное масло, сыворотка, дневной крем. В общем, насыщенный каким-то маслом сыворотки. Обязательно попробую, потому что Люмине, кстати, мне кто-то из вас тоже советовал крем приобрести. И вот такой вот пробник. Это мои любимые ароматы. Кстати, очень их люблю. Единственное, что они не стойкие. Это Винсе Камута. Именно... Амор, да? Вот этот очень вкусный аромат. Я его уже тестировала и не раз. Он такой прям сладковатый такой, ну вот про любовь, наверное, да, такой очень приятненький, советую попробовать. Вот эти ароматы представлены, то есть попробовать их можно в магазине Ревгош, но в интернет-магазинах вот эти Винсе Камута стоят дешевле. Так что имейте это, девочки, в виду. Так, ну и давайте начнем с первого аромата, который мне посоветовала, по-моему, Татьяна Кузнецова. По-моему, все-таки вы мне посоветовали этот аромат. Значит, на него была скидка. Скидка, по-моему, 15%, если я не ошибаюсь, девочки. По-моему, 15%. В общем, я купила этот аромат за 5227 рублей. У меня есть накладная. Вот.
и я говорю об аромате Ксержов Кассамарати, и это аромат именно Гранд Балио. Мне он понравился больше, он для меня более осенний, наверное, все-таки аромат, а мне еще советовали, вот Татьяна Кузнецова, она мне советовала, моя подписчица, да, вам огромный привет, она мне советовала другой аромат. Сейчас давайте вместе с вами распакуем. Вот такая вот коробочка. Ой, не с той стороны, сейчас бы все разбило бы, да. Она мне советовала другой аромат, но мне понравился именно вот этот. Она мне советовала с вишней, не помню название его, в общем. Но я хотела именно вот этот, он мне понравился больше. Но тот, который мне Татьяна, вы мне посоветовали, я тоже обязательно приобрету. Вот, кстати, может быть, 20 числа. И посмотрю, может быть, на него будет тоже скидка. Мне девушка предупредила меня, позвонила и сказала, что у них скидка на этот парфюм, потому что здесь старая упаковка. Я, кстати, не нашла, где здесь указан срок годности, но если что, если кому интересно, напишите, я вам скажу. Значит, старая упаковка, я не знаю, чем старая отличается от новой. Вот так вот он красиво лежит. Ой, как мне нравится этот аромат вообще. Он мне просто, он такой... Давайте, я взяла 30 миллилитров, на самом деле, потому что он очень стойкий и большой объем. Я не всегда, не все ароматы большой объем хочу. Вот этот бы хотела большой объем, но решила, что раз скидка на 30, ну, в общем, заказала 30 миллилитров. Немножко обновлю, первый пшик был пустой, вот. Такая вот у меня малюточка. Да, сейчас вроде бы другая немножко упаковка. Я не помню, чем отличается упаковка, но девушка меня предупредила. То есть она мне предложила, если меня это не устраивает, она мне предложила убрать из заказа этот аромат. Но мне вообще не важно, какая упаковка. Хотя красивая упаковка тоже имеет место быть. Мне больше интересен сам аромат. Он такой приятный. Я не знаю даже, как его описать. И что-то такое сливочное, что-то такое цитрусовое, что-то такое теплое и что-то такое вот... Ну, но он мне просто поднимает настроение. Он немножко и с кислинкой, и сладкий, и немножко какой-то горчинки есть. Я не могу его описать вот конкретно, да, что здесь вот такая нота, такая нота. Вот он просто потрясающий аромат. Я очень советую. И вот такой же, только в красной упаковочке, вот он с ароматом вишни. Но он такой выдает старт, такой немножко алкогольный, а потом идет такая вкусная вишня такая. В общем... Советую. Вот, вот этот аромат. Ну, это просто он такой... Вот эта кислинка, она такой немножко как бы освежает этот аромат. Но это не летний аромат, это вот сейчас осенью. Я буду с огромным удовольствием его носить, не знаю. Конечно, вылью на себя 30 миллилитров, скорее нет, потому что парфюмерии достаточно много, но аромат просто потрясающий. Конечно же, сама вот эта упаковочка, коробочка, это все просто... Год выпуска аромата 2013, группа ароматов цветочно-восточные, верхние ноты лесные ягоды мандарин, ноты сердца гордения жасмин жимолость, базовые ноты амбра, ваниль, карамель, сандал. Ну и давайте сразу следующий аромат, а то я уже много здесь наболтала. Этот аромат мне тоже советовала одна из моих подписчиц, к сожалению, не помню кто. Это аромат от Art Collection, и это именно роза... Галор. Я не знаю, как правильно называется, но я ссылку оставлю, кому будет интересно. Давайте вместе с вами тоже распакуем. Тоже прикольный аромат. И, конечно, тоже вот от Art Collection. Мне вообще очень много ароматов нравится именно от него. Вот эти вот ароматы, да. Я бы, наверное, почти все бы себе точно приобрела, потому что они вот прям мои ароматы, знаете. Если вот Ксержов мне не все ароматы нравятся, но вот... Атар, они, конечно, вообще обалденные. И вот такая вот упаковка, она чем-то навевает мне что-то такое восточное, что-то такое прям обалденное. Здесь 100 миллилитров. Я не знаю, бывает меньше флакона или нет. Я что-то не видела. Может быть, и бывают, конечно, я могу ошибаться. Давайте нанесу на себя. Первый пшик пустой. Второй. Но это вообще нежнятина. Я, конечно, тоже пробовала этот аромат. Это... Даже аромат, наверное, и на весну. Ну, я и сейчас буду, конечно же, пользоваться, конечно же. Но это аромат даже на весну и, возможно, даже на лето. Здесь роза, здесь что-то такое немножко такого сладковатого, что ли.
вот какие-то лепестки, такая воздушность. Вот мне кажется, сама упаковка, она говорит о содержании того, что внутри. У меня есть хаяти аромат, он такой зимний для меня прям аромат, тоже очень вкусный. Теперь у меня в коллекции есть еще и вот такой. Но это обалденно. Я обожаю розу как цветок, я обожаю ароматы с розой, все, что связано с розой, и горькую, и немножко с кислинкой, и сладкую розу. И здесь вот собрано все то, что мне безумно нравится. Здесь вот и белая роза мне представляется, и красная. Вот просто такой розовый сад. Немножко сладковатый, немножко горьковатый. Вот прям розы, розы. Для любителей розы я вам прям вообще советую от всей души. Это даже такой аромат на весну, наверное, все-таки, знаете, когда хочется какого-то цветения, хочется таких нежности какой-то. Здесь еще, наверное, такой немножко перчик есть, такой черный, но он неявный, все-таки больше здесь преобладает роза. Так что прям вообще балдежный. Год выпуска аромата 2019. Группа ароматов цветочно-восточный. Верхние ноты дамасская роза, фиалка, черная смородина. Ноты сердца карамель, кедр, ландыш. Базовые ноты ваниль, мускус. Два вот этих аромата, это те ароматы, которые я очень-очень хотела. Теперь от Ксержов еще хочу. Это Гранд Балио. Я не помню, как тут второй красный флакончик называется. Я думаю, вы поняли, да, о чем я говорю. Вот, так что от Ксержов у меня точно еще появится. И я думаю, что Атар у меня тоже есть еще много хотелок от Атара. Вообще, я, наверное, все бы точно бы скупила. Это вообще нежнятина. Просто, девочки, это что-то вкусное. Это такой черный перчик немножечко есть. И розы, розы, розы. А вот этот Гранд Балио, он такой прям вкусный. Он немножко, знаете, напоминает... Может быть, даже какие-то фрукты там есть. Я не знаю, я не могу описать вот этот аромат, но он очень-очень вкусный. Я его прям советую попробовать. И он все-таки полегче такой, знаете, вот когда еще есть теплые денечки, но хочется поднять себе настроение, хочется чего-то вкусненького. Вот это прям оно. Но это нежнятина. Вот, так что вот такие вот у меня новенькие ароматы. Обязательно сниму видео по поводу осенних ароматов, так же, как я обещала. У меня их на самом деле много. Вот, и много хотелок именно осенью, зимой. И я люблю искать новые ароматы, люблю много ароматов. И наношу на себя их обычно много. Душу всех, но мне все равно, мне кайфово. Вот. Так что не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. До новых встреч.